вами проект «Жизнь в призвании», и сегодня этой жизнью, своей историей будут делиться с вами Евгений и Алена Поробовы, служители, пастыри сейчас в Санкт-Петербурге, но их история началась давным-давно, больше 11 лет назад, в Калининграде, и вопросы, как действительно удивительно из тьмы человек переходит в свет, не только в свет, но и начинает делиться тем хорошим, добрым, сильным, что есть в его жизни, насколько сложно это сделать, как принять правильный выбор, чего стоит искать в жизни, что дает сильное удовлетворение, радость, вдохновение. Евгений и Алена Порубовы, служители церкви «Соль земли», город Санкт-Петербург. Евгений и Алена пережили встречу с Христом в 2006 году, после чего успешно прошли реабилитацию в родном Калининграде. Семья молодых служителей открыла свой первый реп-центр в 2008 году. Тогда же и началась церковь «Соль земли». Через год был открыт еще один центр помощи зависимым. В 2011 году Евгений и Алена переехали в Петербург, где продолжают свое служение в настоящее время. Евгений и Алена воспитывают двух дочерей и проводят множество конференций, посвященных построению счастливых добрачных и семейных взаимоотношений. Мы с вами познакомились уже немного, и мне бы хотелось, чтобы вы как раз вот прям, как у вас лежит на сердце, поделились вот этими шагами и этапами изменения вашей жизни, вхождение и осознание, что такое призвание, как оно вообще формируется, думали ли вы о том, что у вас будет призвание служить людям. Я думаю, что очень многие ребята, девушки, очень многие люди думают о том, вот на том ли я месте, а должен ли я это делать, или, может быть, я могу сделать так мало, может быть, вообще ничего не стоит, это никому не поможет, подумаешь, там котенка спас или там старушке помог. Вот. Насколько вот эти маленькие дела или какие-то небольшие решения могут повлиять на дальнейший ход жизни или на других людей? Давайте попробуем разобраться. Мы уже на одной из передач были, да, три главных вопроса, там история была. Мы сейчас не будем это рассказывать, ничего, чтобы вот успеть рассказать о призвании. Я думаю, что если бы я однажды не обрел Бога в своей жизни через определенные трудности, я бы, наверное, даже и не знал, что такое призвание. Вот. Но именно вот поэтапно отслеживая свою жизнь, я понимаю, что действительно Бог производил такую работу и вот ввел постепенно в призвание. И я вот как бы в прошлом зависимый был, да, прошел реабилитацию, восстановление, там с женой познакомились, она еще не была моей женой, мы это рассказывали, но вот после центра моя реабилитация закончилась. Все, новая жизнь, вот она, с чистого листа, на старте. Как быть, что делать? И слава Богу, что появились люди, которые предложили стать частью движения. Вот фонд благотворительный, наследие. И, то есть, меня сразу задействовали. Потому что я, если честно, я не знал, чем я вообще заниматься буду. Вот у меня есть новая жизнь, я счастлив, что я теперь не в зависимости, что все, та тьма прошла, теперь вот все новое. Я не знал. И, в общем, они предложили, говорят, есть, вот можно ходить по школам, заниматься профилактикой, рассказывать о здоровом образе жизни, приветствовать там все это, в общем, классно. Мы начали ходить по школам, я изучил материал, много для себя нового узнал. Вот, и... А какие именно материалы, что это было, то есть где вы их взяли? Это... Я к тому, что вот это же часть призвания тоже, это вы программа, не просто это так... Это программа ASET. Да, это христиане, которые специализируются на том, чтобы составлять именно профилактические лекции по здоровому образу жизни, профилактика наркомании среди подростков, вот таких различных моментов. И они, мы у них проходили обучение, они ездят по России и проводят семинары, обучают и предоставляют свои материалы, по которым уже можно проводить лекции. Да, подготавливают лекторов, в общем. И мы изучили этот материал и начали ходить по школам, потом воинские части,
Лагеря детские. Лагеря То есть вам открывали даже воинские части? Да. Ну, как бы раньше было проще немножко с этим. Сегодня уже какие-то ограничения там поставлены. Вот. Но я там, когда в прошлом году, я тоже ездил с лекциями. То есть меня еще бывает приглашают. В прошлом, в позапрошлом. У меня образование психолог. Вот, кризисные семьи в основном это. Ну, и получается, я начал с этими лекциями ходить по школам, по учебным заведениям, воинские части. И потом это постепенно-постепенно набирало обороты, еще подготовились люди. И я как-то уже больше переключаться начал. Мы начали думать о реабилитации. Мы мечтали, чтобы у нас был свой центр. Вы уже поженились на тот момент? Да, на тот момент мы уже были женаты. И появилась такая возможность поехать открыть центр. Там был один человек, который сказал, вот есть земля, вот есть помещение, вот давайте, начинайте. И руководитель фонда сказал, что вот нужен человек, кто готов. Кто есть поедет? Земля, есть здание, кто готов. Кто поедет. И вроде так все говорили об этом, много говорили, мечтали так все. А когда вот дошло до принятия решения, я думаю, кстати, это очень важный момент для того, чтобы войти в призвание. Ну, потому что призывов бывает очень много, но из-за нерешительности, вот страхов каких-то мы пропускаем, упускаем эти моменты. И вот я сижу и думаю, переживаю, что ж все молчат, никто не хочет ехать, и я, в общем, не выдержал, я сказал, я поеду. И все сказали, о, аминь, молодец, давай помолимся за тебя, благослови. В этот момент 2 месяца всего женаты были? Да, и у нас как-то все так бурно началось, когда вот в жизни с Богом, вот вроде только поженились, вроде как-то вот так, ну, активно по школам, там все классно, молодежь, там движение какое-то, и тут хоп, в центр, я поехал в центр. А вы только вдвоем как бы вот поехали в этот центр, или все-таки нашлись люди, которые... Вначале. Я сначала один поехал, угу. Да. Мы привели в порядок. Потому что там были руины, по сути там дела, руины, да? Там был цех по заморозке рыбы, там все в чешуе. И там, видимо, когда это все было заброшено, там жили люди бомжи без определенного, да? места жительства. Угу. Да, и там все это грязно, все это... Пришлось порядок долго приводить. Фекалии, все какие-то там... Ну, в общем, страшная картина была. Мы одну комнату привели в порядок. Я заехал, и на следующий день ребята с фонда привезли 2 реабилитантов сразу. Вот, я ничего не умел, никакие программы я не проходил, специально не подготавливался, я только сам вот то, что прошел реабилитацию. Сколько прошло после реабилитации? 2 года? 2 года. Два года. Да, я сразу же вспомнил, какой у нас был распорядок приблизительно, написал распорядок на стене, программу сразу, шаговую программу от реабилитации, 12 шагов, 10, ну, везде по-разному. Все, я сразу же, MP3-плеер еще тогда был, на диске у меня было, помню. Я... Ну, начал конспектировать, штудировать. То есть уже мой подход изменился к информации. То есть я уже ее слушал не просто как слушатель, а мне нужно было что-то приобрести, чтобы дать. Вот. И я начал изучать это все. Потом ЕСБО, вот, единая система библейского образования. Ну, элементарные шаги, что Бог все сотворил, грехопадение, там Божий план спасения, что такое церковь, что такое. То есть я вот разбил на 3 этапа, что утром в центре ребята... Мы читали притчи, размышляли, книга мудрости. Днем у нас была шаговая программа, именно что касалось реабилитации. Почему мы зависимы стали, что нам нужно делать и так далее. А вечером вот ЕСБО, ну, как бы библейское образование. Вот, и дошло до такого момента, что центр начал набирать обороты. То есть стали приезжать еще реабилитанты. Да, начали приезжать со всех городов России. И... Вы потом сделали большую братскую комнату. Большую братскую комнату мы сделали. Очень глобальный ремонт такой, там затеяли все. То есть за сколько вот произошло такое наполнение и преображение полгода. Центра? За полгода за там полгода. Было уже сколько реабилитантов? 30 человек было. Нет, полгода, наверное, чуть поменьше, потому что потом сестры начали. Полгода я приехала помогать мужу, когда появились первые женщины, которым нужна реабилитация. Благодаря жене появилось женское направление. Mm-hmm. Она приехала беременная. Мне я помогает. Уже была беременная. Воссоединилась семья наконец-то, да, да на да. территории центра. Ну, потому что были определенные кризисы. Я приезжал домой только на выходные, и то не всегда получалось, потому что помощников не было, еще никому не передашь. И параллельно я учился. Ну, сессии были, приезжал на сессии. Заочно на психолога. И параллельно
учился на... на права немножко позже. Я еще на учете стоял там, и мне нужно было 5 лет ходить. Вы служили, вы учились, вы были молодой семьей. Мы наверстывали вот семимильными шагами то, что было упущено. Двойная нагрузка была, это, конечно, сложновато было, но на тот момент было так, поэтому надо было действовать из того, что есть. И вот уже потом, когда женщины стали приезжать, мы с мужем, он жил с братьями, я с сестрами в комнате, беременна, все классно. Иногда встречались, когда ходили за молоком, он мне дарил ромашки по дороге. Свидание по дороге. Да. И вот так вот появился потом второй центр. Я уже родила, уехала домой, муж приезжал только на выходные. Он был полностью посвящен ребятам. Но все равно у него настолько был уровень ответственности высокий за этих людей, что... Вот я говорю, на один день в неделю он приезжал к нам с дочкой домой какой-то период, когда еще не мог конкретно кого-то уже оставить после себя. И мы ссорились. Мне нужно было отдыхать, я изматывался. Мне нужно было всех уложить, уложить спать. Ну, конечно, 30 человек, взрослых людей. Потом мне нужно сесть, подготовить материал на завтра. То есть у меня вот по мере поступления я и образовывался. А они же еще выкидывали фокусы всякие разные. Это же специфические люди. Да. Кто-то уйдет, кто-то что-то украдет, кто-то свои... А я говорю, это просто чудо Божье, что я утром в 7 утра мне нужно было поднять 30 человек, когда 25, когда 30, с таким прошлым опасным, и они все слушаются, они идут на эту зарядку. Я вот только... с Божьей помощью мог это делать. Ну, потому что если бы... Сам еще молодой, 26 лет, да? 25 тогда была дочка, вот только родилась. Да, и вот Бог, то есть, помогал. Это вот благодатью Божьей, да? Как вот апостол Павел говорит, что я более всех потрудился. В принципе, не я, а та благодать, которая со мной. Вот у меня так же было. Я ничего не знал, ничего не умел. И потом второй центр, и потом... А потом муж уже переехал. Через год? И мы вот параллельно, я когда приезжал домой, ссорились, ей не хватало меня, конечно, я уставал очень. И через это, кстати, тоже через кризисы мы многое изменили в себе, подход друг к другу. Изучали литературу, что в последующем сыграло роль в том, что муж ведет сейчас школу добрачных отношений. Благодаря той литературе, которую мы изучали, тому навыку, который мы приобретали путем ссор и примирений наших. Вы участвуете, Алена, в его школе добрачных отношений? Конечно, да, то есть вы присутствуете, да? Школу в основном, я извиняюсь, может быть, он иногда проводит, а вот когда мы делаем семинары, например, «Веселый брак», или вот недавно мы ездили, тоже проводили школу, я, да, дополняю какими-то вещами женскими со своего женского взгляда. Но основную роль в этом играет как бы супруг в школе, а я помощница. Она подтверждает, что я не вру и что это действительно так. Вы интенсивно учились, развивались, при этом вы получали системное знание, да, и системный образ жизни получался так, что вы понимали, что это поможет, вот комплекс изучения Библии, комплекс социальных навыков, которыми вы старались научить и чтобы овладели реабилитанты. Вместе с этим стала открываться другая часть, да, то есть вы стали понимать, что призвание, оно заключается в том, что ты будешь делать даже не за деньги. Я правильно понимаю? Да. Вот то, что приносит колоссальную внутреннюю радость, удовлетворение. Это так и было. Первое время я вообще не за деньги все это делал. И наоборот, даже когда еще... Ну, это, наверное, мой скорее был комплекс, когда люди хотели благословить. Я, нет, вы что? То есть у нас, когда дочь родилась, нам стали оказывать небольшую поддержку, потому что как-то надо было существовать. Вот, и у нас... Ну, как бы была у мужа небольшая зарплата. Вот, и мы так, наверное, пришли к тому, что я в служении, я приезжаю домой, ей меня не хватает, она мне начинает меня подпиливать немного, все. И мы тогда приняли решение через очередной конфликт, что ей нужно тоже развиваться в чем-то, то есть счастье женщины в ее самореализации. Мы приняли решение тогда взять фотоаппарат, кредит. Я просто стала фотографировать. И она методом тыка. Я решила, что я буду свадебным фотографом с ровного места. В жизни не снимала свадьбы, в жизни ничего не делала. И я стала свадебным фотографом.
Ну и сколько времени это заняло? Почему именно вот эта мысль? Откуда она вот просто так бах и появилась? Ну, у нас как бы руководитель наш на тот момент говорил, почему никто не хочет открыть палаточку фото на документы? А мне пришла идея, все, надо снимать свадьбы. Не знаю, вот просто вот в голове дзынь, снимать свадьбы. И да, мы взяли фотоаппарат в кредит, первая свадьба у меня вообще была... Мне сказали, что вот есть там такие-то ребята, они женятся, и можно на них потренироваться как бы бесплатно. Но мне же это и надо, правильно, навык нарабатывать. И я приезжаю к невесте, а оказалось, что она в жуткой зависимости, она вообще в невменяемом состоянии, но это ладно. Ее кое-как привели в состояние. Я говорю, а где жених? Они говорят, а мы сейчас за ним поедем. Я говорю, куда? Ну, на выкуп, а он на вольном поселении. И я, когда после этой свадьбы приехала домой, мужу рассказываю, говорю, ты не представляешь, у меня такое боевое крещение было, что вообще. И потом по чуть-чуть, там еще одних свадьб я попробовала. Потом там за 3000 весь день снимала, там, потом за 5. И потихоньку-потихоньку у меня стало получаться, и я в этом стала реализовываться. Уже когда приходил муж домой, не то что я его пилила, а я за компьютером, я обрабатываю, все. И мне уже некогда его мучить. От него требовать, вот да. Посмотри, как тебе я. Ну и плюс в фонде параллельно занималась паллиативным служением. Мне всегда нравилось это, помощь людям, которые вот в очень тяжелом состоянии. Мы приходили к ним, общались, вот мне нравилось с ними быть. Которые уже ходить не могут, обслуживать себя не могут там. Мне вот как-то всегда нравились такие люди, которым нужно вот что-то большее, чем материальные ценности, еще что-то. Вот хочется вот просто ты с ним рядом, ты его жалеешь, и ему хорошо от этого. Ну и вот плюс этим занималась. И вот как бы параллельно она вела фонд, занималась фотографией. Столько сил. И маленький ребенок же. Да. Да, у нас друзья были, которые нам... У нас же была команда, это не это мы не вдвоем делали. Да, да, у нас была люди. Большая команда. А на тот момент у нас еще вот был наш руководитель Олег Юрьевич. И потом уже, когда он переехал в Санкт-Петербург, муж занимался церковью. И курировал реабилитацию. Курировал реабилитацию, да. Мне передали фонд. Мы также занимались вот помощью людям больным, профилактикой ВИЧ-СПИДа занимались тоже в учебных учреждениях. И нам пастор говорит, что, ребята, ваше время пришло переезжать в Санкт-Петербург. Мне тут нужна церковь. Тут помощь, да. Нужна помощь. И вот мы, ну надо так надо. Загрузили наши баульчики, новогоднюю елку, ребенка. Компьютер, телевизор и несколько сумок с вещами. Все, что нажито было. И переехали в Санкт-Петербург на машине. А вы знали, где вы будете жить, как? Нет, мы не знали ничего. И вот, что вас тут ждало? Ну, наш пастор познакомился с одной женщиной, Антонина Прокофьевна, она в Шушарах живет, и она помогла нам с квартирой на год. Она, вот живите, она ребята. Помогла, она дала вам свою квартиру. Да, да, это верующий человек, она очень гостеприимна, очень любит людей и всегда старается служить всем. Вот. Благословляла нас, она очень так тепло, знаете, как немножко материнской любви было далеко от родителей у нас рядом. Она ниже этажом жила. Вот. И мы жили там год. Да, только вот коммунальные платежи, то есть это сняло нагрузку. И я в этом тоже вижу волю Божию, потому что если бы была еще нагрузка на нас, именно финансовые платежи все, мы бы, наверное, не потянули бы. Вот. Ну да, это как немножко такой нам вот... Бонус. Бонус был, да, который нам помог на первое время, чтобы мы не думали о жилье, а смогли как бы переключаться на служение. Вы в свои 30 с чем-то лет уже прошли большой путь, и мне интересно, что вы видите впереди, и каким вы видите все-таки вот самые важные моменты, которые вы могли бы поделиться с тем, чтобы определиться в призвании, чему вы учите своих людей в церкви. Чему? Я думаю, что отчасти вы делились этими же познаниями, может быть, не так четко, емко сформулированы с вашими реабилитантами. Вы будете этому учить своих детей. Что это за принципы основные и что вы видите в своем будущем? Я думаю, что я хочу продолжать развивать служение церкви. Я хочу быть пастором, ну, продолжать быть им, насколько хватит сил и возможностей. И я хочу продолжать учить о семейных ценностях, потому что все начинается с семьи. Моя первая, ну, как бы сигарета, она была, ну, взята дома. Ну, моя первая рюмка была дома тоже, потому что приходили гости,
там, ну, выпивали, улыбались. Я думаю, что они пьют, улыбаются. Маленький подошел, ну, тоже попробовал. И, ну, факт, что это все дома было. И я вот, наверное, больше нацелен на семейные ценности. Да, я пастор, да, учу о вере, все, но, ну, наверное, больше всего сердце мое лежит вот к семье. Это учить молодежь, как правильно строить отношения, чтобы не наделать ошибок, там, как любовь от влюбленности отличить, как спутника жизни правильно выбрать. Если это, ну, семейные пары уже, то учить больше о том, ну, размышлять с ними, как устроен мужчина, в чем его основные потребности, и подсказывать жене, чтобы она знала эти потребности, отвечала на них, и он будет счастлив, чтобы муж знал основные потребности своей жены, и он на них отвечал, то есть и она будет счастлива тогда. Вот об этом хочу учить, это развивать. И у нас даже, ну, кто-то, кто нас как бы знает, они говорят, что церковь, где вот пастор учит о семье, да, об отношениях. Специфика у нас такая. У каждой церкви же что-то вот есть своя фишечка такая маленькая. Вот у нас мы больше на отношения, акцент большой. Мне кажется, вот семья — это вообще ядро церкви, да. Точно так же. Бог начал с семьи. Бог начал с семьи. Бог вернул нас в свою семью, и Бог все так же работает с семьей. И сложно восстанавливать человека, если не восстанавливается его семья. А тем более, я уже тоже сейчас понимаю, не просто семья, а Бог работает на уровне рода, поколений. Да. То есть вот восстанавливая одно из звеньев рассыпанной цепочки, он начинает восстанавливать вот эту цепь из прошлого в будущее. Это удивительно. Да, это действительно очень важное служение. Мы об этом общаемся с дочкой, со старшей, что какие должны быть отношения. Потому что сегодня дети, они, если с ними не говорить об этом, они, ну, попытаются разобраться сами. И сегодня доступно интернет, 21 век, у каждого гаджета, у каждого по два гаджета. Поэтому они начинают интересоваться, и они, ну, натыкаются на ложь, на ложное понимание отношений. Мы хотим, чтобы с ними нужно говорить быстрее, чем они будут это, ну, как бы изучать вне семьи. Алена, вот. Хотела вас спросить, вы как-то отделяли свое призвание, вот именно как личности уникальной от призвания мужа? Как у вас это сформировалось, как вы его видите? Ну, долгое время, да, у нас мы шли рядом друг с другом, но вот параллельно. Муж занимался церковью, душепопечением, духовными вопросами всеми, а я больше вот фонд, вот люди нуждающиеся мне больше нравились там. Сейчас вот мы занимаемся, есть организация, где детки из неблагополучных семей, то есть мы туда делаем систематические выезды уже много лет. Есть семья, которой мы помогаем, ну, ребеночек больной. То есть мы вот по мере возможности сейчас находятся люди, которым мы проявляем свою любовь с помощью фонда. Может быть, кто-то принимает участие, когда видят, что нужда, ну, есть нужда, тоже участвует. Вот я как-то больше в фонде развивалась. Вот. А муж больше в церкви. И постепенно получилось так, что вот я вышла к тому, что я стала его помощницей. В фонде вот направлением детским у нас есть ребята, которые занимаются. Я вот принимаю участие, только вот мы посещаем эту семью, что касаемо фонда, где вот болен ребеночек. Каждый месяц мы приезжаем, общаемся, помогаем им. Но мое служение больше перешло вот все, вот единое с мужем. Мы вот вдвоем церковь. Я вот стараюсь ему помогать. Это органично выросло? У вас не было такого, что вы прям уперлись в тупик и все? Нет, это оно само собой. Я вот заметила в себе, как у меня само собой от социального служения, в котором мне нравилось развиваться, я перешла на духовное, и я в этом даже увидела, наверное, скорее ценность, что из церкви, ну вот из семьи, да, из церкви все начинается, и можно потом помогать людям. Не просто фонд может помогать людям, а могут помогать верующие люди. Надо созидать церковь, надо их любить, надо, ну, узнавать их нужды, надо их учить, как помогать. И вот так вот с мужем, и все. Я сейчас вообще не могу разъединить наше служение. Я вот стараюсь помогать. Я хочу вас попросить просто на камеру сказать нашим зрителям о призвании. Что самое важное? Вы видите, как семья. О, самое важное, ну, как написано в Писании, что мы предназначены в Боге на добрые дела. И я думаю, что мы должны делать добрые дела, где бы мы ни находились, несмотря там, какой социальный статус занимаем. Если мы чувствуем, что надо делать добро, то
Его обязательно надо делать. И если мы будем отзываться на это, то Бог нас, ну, поведет именно в ту сферу, мы ее называем призвание. Да? Ну, потому что я не сразу вошел в призвание. Я начал просто реагировать на нужду, пытаться помочь людям. И это все выросло в призвание. Поэтому я думаю, чтобы люди не проходили мимо чужой нужды, делали добро, и через это откроется путь в призвание. Да, ну а я бы, наверное, добавила, что надо просто пережить это откровение, что каждый человек, он призван к доброму делу, что ни одного человека не создано, который мог бы не реагировать на нужды, вот про которые говорил муж. Если мы понимаем, что я создан для добрых дел, все, ты сам по себе найдешь, где пригодятся твои руки, твое сердце, твоя любовь. И вот, как сказал уже супруг, Бог постепенно приведет к тому, к чему ты предназначен, для чего ты создан. Спасибо вам большое. Я уверена, что эта программа коснулась тех, кто смотрел, и, пожалуйста, делитесь ею, можете передавать ссылки, вы можете обращаться к этим замечательным людям, к нашим гостям, и знать, что мир не без добрых людей, и у вас есть Творец, и есть предназначение.